Господин Гаджи Автомат. Да. Слушай, мы очень рады видеть вас у нас здесь на Хардкоре. Спасибо за приглашение. Очки из Дубая? Да. Мы с тобой проговаривали, раскачивали бой с Тимуром Витязем Слащининым. Да. И не считаю себя каким-то боксером. Боксировать я не умею. Думаю, это все прекрасно вы знаете. Я больше кулачник. Это мой вид спорта. Но на кулаках со мной никто драться не хочет. Вот. И я хочу побить Тимура по боксу. Вот. И жду от вас каких-то предложений. Тимур хороший боксер, да, это мы все прекрасно понимаем. Вот, и боксом он занимался с детства. И как-то больше шансов у него по боксу, все так думают. Кулачки, может, кулачки он сразу бы лег бы. Вот, по боксу может продержаться до конца первого раунда. До конца первого раунда? Ну да, и в конце ляжет, да, в первом раунде.